Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать в Destiny 2. В этом ролике мы поговорим по поводу арбалета, который дается вот за этот триумф. Вам нужно сделать 7 триумфов карнавала, после чего вы делаете триумф «Оторвемся», и вам в подарок дают арбалет. Вот данный арбалет, это линейно-плазменная винтовка. Самое забавное, что это идет у нас в первый слот и имеет энергетические боеприпасы. Напоминаю, это экзотическое оружие. Честно говоря, в PvP он меня шокировал. Я вообще не люблю луки, но это оружие просто какая-то имбища. В голову прилетает 414 урона. Прикиньте, 414. А в тело у нас идет 166, то есть вы снимаете полностью щит и снимаете больше половины здоровья, как я обычно делал. Берешь, стреляешь из арбалета хоть в грудь, а потом добиваешь верой. Кстати, благодаря дестабилизатору, когда вы с противника снимаете щит на 166, следующий выстрел идет 248, то есть следующим выстрелом вы можете хоть в грудь убить своего противника. Что касается ПВЕ, вы можете посмотреть мой вчерашний стрим, я пошел в сумеречный налет, запустил пирамидиот. Первое, что меня шокировало, оранжевого векса я шотил с одного выстрела на 35 тысяч. Что касается гарпии, я попал в щит, сразу его снял и вторым выстрелом ее просто добил. В плане талантов тут интересен совокупная сила и дестабилизатор. Совокупная сила стреляет снарядами, наносящие высокий урон вражеским щитам, поэтому я пошел в сумрак это тестить. Кстати, насчет перезарядки могу сказать только одно, она не очень долгая, но не очень быстрая, то есть стандартная такая. А что касается дальности стрельбы, я перестреливал домну, прикол, да, домну. Правда, все равно к ней надо будет привыкнуть, потому что, слава богу, тут нет, как у губителя королев, когда вы стреляете в ногу и попадаете в голову. Тут надо все-таки попасть именно в голову. Урон просто зашквар, я уже об этом сказал. Скорострельность достаточно хорошая, напоминает по стрельбе йоду. Короче, это очередное оружие, которое, на мой взгляд, немного доламывает баланс в плане PvP. Что касается PvE, я не думаю, потому что есть другие виды оружия, которые также себя комфортно чувствуют. Но в плане этой экзотики она просто шикарна. Мне кажется, это вот реальная имба, которая заменит некоторым йоду. Потому что стрелять удобно, убивает с первого попадания. Правда, надо, конечно, выцеливать, то есть нужен хоть какой-то АИ. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим пальцы вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, друзья!